9 липня, понеділок сьогодні. В ефірі новини на каналі «С+». У студії Валентина Савенкова. Вітаю! Найрезонансною подією минулого тижня стало ухвалення у Верховній Раді закону про статус регіональних мов. Цей закон викликав хвилю акцій протесту по всій Україні. Найбільш гаряче було в Києві, біля Українського дому. Лідери опозиції оголосили закон антидержавним і закликали народ стати на захист української мови. Передрікали навіть розкол України на Захід та Схід. Та початок громадянської війни. Слов'янськ – одне зі східних міст, де прийняття закону сприйняли спокійно. Проте, на думку місцевих депутатів, загроза розколу все ж таки існує. Щодо власне мовного закону, думки різняться. Закон о языках, что он дает? Конституционно закреплено больше, чем в этом законе о языке. Но в то же время мы понимаем, что это, возможно, первый шаг к тому, чтобы русский язык стал вторым государственным языком. Поэтому коммунисты поддерживают принятие этого закона. Мы живем в Украине, мы живем на территории государства Украины, поэтому мы должны знать и изучать украинский язык. Но мы знаем прекрасно, сколько существует стран, в которых два или более государственных языка. Швейцария – 4 государственных языка. И живут, и процветают, и никаких распри, никаких гражданских войн. Статья 10 Конституции Украины однозначно говорит, единой державной мовой есть украинская. И все спекуляции на эту тему являются только, ну, скажем так, предвыборными технологиями. То есть вопрос о языках возникает только в период выборов. Выборы наступают, возник вопрос. Выборы прошли, сняли. А то, что сейчас происходит, ну, это я вам скажу честно говоря, ну, никуда. И никто, ни один здравомыслящий человек этого не понимает. Ну, кроме за исключения тех, кто депутатов Верховной Рады, кто за этот закон голосовал. Я однозначно буду призывать и принять решение, обращение к тому, чтобы президент ветировал этот закон. Ветировал. Иначе, я же еще раз подчеркиваю, будут непредсказуемые последствия. И закон о языках – это очередная головоломка и оттягивание внимания людей от более конкретных заданий. Если по закону, которым пользуется сейчас Украина, это 86-го года закон Украины, а у нас русский язык является языком межнационального общения, то законом Кивалова и Колесниченко сужается возможности русского языка до языка межнациональных меньшинств. Я, например, владею русским языком, у меня отец был русский, мать украинка, и, в принципе, я не считаю себя национальным меньшинством в той стране, где я родилась.